Охраняй! Так, электричество отключено. Вперед! Виктор, электричество отрубили. Прибор ночного видения значительно все облегчит. Что вам нужно? Кто вы? Спецназ? Это он! Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать могу. Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием! Б-6, на связи Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли, пошли! Что Аль-Асад, возможно, находится в одном из зданий западного района города. Мы окружим их и возьмем Аль-Асада. Всем ясно? Приготовиться! Вижу берег. Вас поняла. Стрелок 6-4. Улетаем через 10 секунд. Вас поняла. Thank you.
здесь объекта нет, сэр. Здесь Алясада нет, сэр. Центр, говорит Красный Волк. В здании чисто. Алясада нет. Прием. Вас понял, центр. Конец связи. Всем быть на чеку. Мне только что сообщили, что Алясад ведет передачу с дистанции полкилометра отсюда. Двигаемся пешком. На месте заберем посылку. Вперед. Вас понял, центр. Конец связи. Всем быть на чеку. Мне только что сообщили, что Алясад ведет передачу с дистанции полкилометра отсюда. Выдвигаемся пешком. На месте заберем посылку. Вперед. Вижу противника! Юга-восток!
станция заблокирована и окружена, сэр. Отлично! Занять позицию на прорыв. Аль-Асада, сэр. Хорошо. Десантники заходят. Всем быть на чеку.
Кажется, он здесь. Я его слышу. Выполнять! Чисто! Чисто! В комнате чисто. Его здесь нет. В эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Грикс, выключи ты это дерьмо. Вас понял. У меня все равно есть кое-что получше. Центр, говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Аль-Асада нет. Передача шла в записи. Прием. Вас понял, центр. Конец связи. Десантники, слушайте меня. У нас новое задание. Быстро собраться и на выход.